омлет с ветчиной. Спасибо, Кейт. Альф, это на всех. Эй, привет, Джейк, какими судьбами? Тетя Ракель и дядя Тревор опять ссорятся. Что на этот раз? Позволь мне. Ракель считает Тревора грубияном, что он ее не ценит, и что-то еще в духе женской параноидальной чепухи. Когда ползаешь по чужими окнами, не такое услышишь.